Есть фига в кармане, кость в горле, камень за пазухой. На выбор. Вы забыли еще про яичко в супе. Я сравнил данные по всем 5 убийствам. Представляешь? Ну и? Все без толку. Ничего. Так надо было спросить у меня. Я бы все и объяснил. Ладно. Ты человек другого поколения, ты не можешь понять. К тому же, твоему компьютеру не хватает главного. А что главное? Ну, интуиция, озарение, штука, которой нет в программе, ясно? Ага. Рутинный сбор информации для американского правительства. Компьютерный анализ данных, конфиденциальность и прочее. И какая, вы думаете, служба делает синтез всего этого хлама? Так, удивите меня. Бюро 103. Дуглас Фостер Блейд. Что ж, у меня уже есть нитро. Вы принесете глицерин. Может, вы не там ищете, комиссар? Вы же знаете, 90% подобных случаев происходит из одной страны. Соединенных Штатов Америки. Родина-мать серийных убийц. Вы не шутите? Наш опыт по части серийных убийств, знаете, равен нулю. Такого, как в Штатах, у нас не было никогда. Шершавый. У этих америкашек странное чувство юмора. Мало того, что закормили нас своими гамбургерами и телесериалами, так еще экспортируют своих психопатов. Жертву нужно состряпать. Овца заманит волка просто как 2×2. Овцой будет кто-то из наших. Я говорю, вы слушаете. И мы уходим. Итак. Что это? ДСТ? ФБР? ЦРУ? КГБ? Или ПДРАСТЭ? Не зубоскальте, Натан. Мне лишь поручено перевести стрелки часов. Я что, отстал?